Sveiki, su mumis Vytautas, ir aš žiūriu Call of Duty Warfare, Infinity Warfare. Labai atsiprašau, kad toks balsas, tiesiog aš esu užkybęs ir po vakarykščio streamo dar blogiau jaučiuosi negu per streamą. Vienu žodžiu, gali porą dienelių video nebūti. Это точно, возмездие окажется в самом пекле. Nes aš biški peršalau. Капитан, лейтенант, предупреждаю, шакалы САТа под плотным огнем. Мы прыгаем прямо в мясорубку. Понадобится поддержка с возмездия. Есть, сэр. Передай им, что помощь близко. Ты понимаешь, как твистер будешь окей. Понимаешь, что на экипе будет очень плохо. Aš labai tikiuosi. Farpost охраны порта на 12 часов. Pas mus valanda yra laisvai. У нас шустрики. Возмездие, лупите по эсминцам из всего, что у нас есть. Скар, приготовиться, атакуем. Я за тобой, рейдер. Аж... Надо сократить число шустриков. Reikia tokios pelytės, kad... Работай по шустрикам! Mane. Возмездие, лупите по эсминцам из всего, что у нас есть. Labai, Скар, приготовиться, атакуем. Ну, не подготовимся. Ушки нас. Давай. Петр, жизнь, готов. Ушки, то не понял. Он мой! Рейдер, атакуй шустряки!
сломался. Его больше нет. Хорошо стреляешь, 1-1. Грок, что у тебя? Держимся. Помощь нужна? Никак нет. Продолжайте бой. Понял. Капитан, шустрики уничтожены. Экран чистый. Отлично поработали. Не жалейте снарядов. Мы должны отбить этот остров. Закругляемся. Лаукем ракету. Лаукем. По-прежнему в наших руках. Благодаря вам, 1-4-1. У нас тут собственных асов хватает. Точно. Задание выполнено. Уходим с точки. Веди, чума. Шакалы, работайте с вышкой. Мостик связь закончил. Надо бородау. Окей. Вышка, 1-2, Скар на подходе. Принято. Шакалы, вам разрешена посадка. Капитан, посадочный дрон готов к работе. Приготовиться к захвату. Однако, вот Оксфорд, Пирмас Деликас, ну, Пирмас Пирмакова. Tokia šioj misijai. Ši misija bus apie valandą. Už tai, kad aš nusiteikęs visus tuos
priešus sunaikint. Как и всегда, нас нам жеджили. Силы САТА предотвратили химическую атаку на Землю, уничтожив корабль фронта обороны колонии, перевозивший смертельный груз. Несмотря на успех операции, согласно докладам, химический агент не был полностью устранен. Наши эксперты... Мелос. Капитан снова у руля. Сборщики уже заканчиваются. Хорошей работы. Окей, жюрим, кур дар те ненаудилей сиди. Ну, как и... Земля, как и... Операция «Горячая вода» пройдет на Титане, спутники Сатурна. Нам следует немедленно действовать. О, че как столько? Айджи не посеки нас. Хита. Aš biškį nesuprantu šitos misijos prasmės, bet tai mes ją turėsim pereiti. Aš tai manau, padėsim uraną dar. Dar kartu. Крейсер СДФ «Цербер» пришвартовался в астероидном поясе «Миранды» для дозаправки. Согласно декларации, в ангаре находится прототип штурмовика. Давайте проникнем туда, выкрадем прототип и угоним его без боя. ИБР с глушителем готовы, капитан. Я манал, капитан. Без такой пушки кораблю даже близко не надо. Осторожней там. Цербер в вашей зоне досягаемости, сэр. На краю астероидного пояса. Я подберу вас, как только вы раздобудете прототипа. Подтверждаю. Рейдер, как нам завладеть этим красавцем? Мы заранее выведем крейсер из строя с помощью Эми. Принято. Полный ход. 1-1-1-2. Точно предупреждает о приближении к астероидному поясу. 1-2. 1-1. Скар, можете лететь? Принято. Начинайте отсчет. Kaip visada mes išlekiam taip į orą. 1-1, это браво. Мы на 0-3-0 от вашей позиции на той стороне пояса. На сканере чисто. Они не знают, что мы здесь. Смотрим в оба. Идем тихо. Поняла. За мной. Как нас. Транспорт противника прямо по курсу. Иду. Укрываемся. Продолжаем движение. Спокойно. Наблюдаем за ним. Внимание на разведчиков. Понял. Пропускаем транспорт. Выбирай цель, я беру второго. Вперед! Противники, слева. В укрытие. Чисто. Вперед. Хотя продолжу отбирать.
нужно бомба их сюда. Право на точке у Цербера. Я его... Понял, Брукс. Занимай оборону и ставь заряды. Сейну Трукс. Осторожно, прожектор. Не высовываться. Его ты... Ну, не сорву. Его ты... Антитекс. Можно идти. Накидка, это ж... Жаурис усердов. И как минимум 2-3 за нас. Пол... Непосилзу. Geriau. Чего? Наблюдаю цель. А около кас. Наблюдаю ремонтную бригаду, чинит топло. Вижу их. Ремонтная группа. Два техника по обшивке, два охранника. Можем снять их отсюда или подойти поближе. Решай, Рейс. Огонь! Возмездие — это главный. Цербер выведен из строя. Вас понял. Принято, главный. Контакт в вашем секторе. Понял. У нас тут шустряки. Поднимайтесь, К-2. Принято. Они уже вылетают. Вверху патрули! Контакт в противник. 12 часов. Идут от радиомарки. Нарываемся на борт! Рейс, мы влезли в осиное гнездо! Стрелки на мачтах! Пасаунд, это иди... Tai nerealu, jeigu aš pažiūrėčiau realiai į saulę, tai čia dar kosmose. Toks nerealus dalykas, kad tai mes... Prarabaimся! Надо добраться, пока они обесточены!
Прорываемся к ангару! Космосе не видя, только физику вещами. Кулка лякя на тип грейткой прилипли. Жак. Принято. Крок, я вхожу. Высылай борта для эвакуации группы. Принято. Высылаю. Внимание всем! 1-1 внутри, движется к цели! Принято! Осторожней там! Внимание всем! Прототип у нас! Уже лечу! Рейдер покинул точку X и идет на базу! Вас наблюдаем! Здесь жарко! Стройтесь и вступайте в бой! Принято! Похоже, они подняли командира в эскадрилье! Так точно! Поджарим их! Вспышка, одним меньше. Принято. Скар-2, у них тут асы. Будьте начеку. Итан, это главное. Как слышно? Надо проследить за активностью вооружения Цербера. Как понял? Он уходит. Активно, будьте начеку. Понял, один один, спасибо за предупреждение, рейдер. Цели на 12 часов. Есть, сэр!
Шустряк, у тебя по курсу. Капитан, у нас проблемы. Да? Питание СКАР установлено. Они заряжают личностью. Понял. Всем СКАР, на базу, срочно! Крот, разрешаю атаковать Сербер. Захожу с прямой. Офигенно, наверное, все просто. Ты не повико? Мостик, начинайте прыжок! Прыжок через 3, 2, 1! Было порешить, ты винч, может что, не против, так это... Сок. Держу пари, они считали, что находится в безопасности за астероидным поясом. Только что войска ЮНСА и элитные отряды особого назначения провели неожиданную неуспешную атаку близ Миранды, Луны Урана. Согласно нашим источникам, целью был корабль фронта обороны колоний, перевозивший технологический прототип. После короткой стычки силы САТО сумели проникнуть на борт судна и захватить прототип. Вскоре ожидается официальное заявление ЮНСА, но согласно имеющейся информации, наступательному потенциалу СДФ был нанесен сокрушительный урон. Питер Брайан, репортаж. Небольшая протечка. Вот и. Цербер вряд ли когда-нибудь вернется в строй. Прекрасно, сэр. Окей, жюрим. Кастан по смуздарлику. На борту Галаксиуса находится оружие, похищенное из секретного объекта на Европе. Чтобы разобраться с ним, СДФовцы прихватили с собой инженеров. Мы попытаемся их спасти. Но главная задача — вернуть оружие. Есть, сэр. Ну, конечно, то что-то дарит. Я поставил глушители, чтобы вы поменьше отсвечивали. Ага, герой. Давай, герой. Я бы сказал, что вы теперь любому задницу поделите. Лейтенант Шеннон, вас вызывают на кормовой пост. Типа секиту вокичи. Good. Good. Вы с кассом готовы, чума? Да, к взлету готовы. Рук? Все готово, сэр. Вышка, СКАР к взлету готовы. Капитан, я буду вас не хватать. Десантники проводят инженеров до возмездия, а вы, Солдер, добудете оружие. Я помогу вам добраться туда и обратно. Принятый. 1-1-1-2. Строй шустряков замечен недалеко от Галаксиуса. 1-2, принято. 1-1, принято. Начинать отсчет. Окей, mes jau kosmose. Ir mes jau kaip pusę valandos filmuojam. Tiksliau, aš filmuoju kaip pusę valandos. Группа Альфа на точке, выходим из шакалов. Внимание, Галактиус выпал из истребителя на 242, отметка 6. Задержи их, Сол. Альфа, наша главная цель — вернуть оружие, но мы обязаны попытаться спасти инженеров, как понял? Смотреть в оба. Они знают, что мы здесь. Стрелки противника приближаются к вам. Это была Акана ЮНСА. Или то, что от нее осталось. Все, что мы можем, это отомстить. Цели на подходе, нас ищут. Подпустите их ближе и открывайте огонь. Цель в зоне видимости. Атакую! Внимание, прямо впереди. Продолжай атаку! Принято!
Фак. Numušė visgi mane. Aš tikėjausi, kad nieko nebūtų. Займись ими. Подхожу к точке входа. Сол, продолжай атаку. Орудие на один час. Готовлюсь к абордажу. Альфа идут ко второй точке входа. Принято. Итан, дай скан обшивки. Противники прямо там. Ненадолго. Боря ликвидуатель с граната. Итан, я на борту. Даю связь. Внимание! Вторжение на корабль. Группам реагирования занять свои места. Поисковые группы. Повторяю. Готово. Ведут сканирование, сэр. Украденное оружие в арсенале. Где инженер? Ищу. Они меня блокируют. Всем бойцам ЮНСА на моем корабле. К вам обращается капитан Барков. Сдавайтесь, или заложники умрут. Откуда он передает? Грузовая сеть. Там они держат инженеров. Отряд Альфа. Планы меняются. Двигаемся к заложникам. Да, сэр. Уже выходим. Ага. Как греты планы посетить, а? Итан, закрывай комнату. Принято. Останавливаю прострел. Сэр, впереди множественные цели. Итан, 7 щит. Надо найти укрытие. Итан, можешь подключиться к камерам наблюдения? Сейчас, секунду. Передаю изображение с камеры, сэр. Давайте, нужно идти. Пока не нашли. Осторожно, не попадите в глаза. Их кровь на твоих руках. Вырубите его незаметно для остальных. Движение возможно противник. Убедитесь, что вас никто не видит. Советую не попадаться на глаза никому из СДР, иначе они убьют инженеров.
Принято. Итан, я в грузовом отсеке. Принято. Инженеров держат внизу, в главном отсеке. Марш, марш, марш! Заходим на цель, лейтенант! Итан, я в грузовом отсеке. Принято. Инженеров держат внизу, в главном отсеке. Тут больше дюжины противников, капитан. Полагаю, лучше убирать противников по одному. Осторожно, сэр, если вы убьете его, скажите... Атакуйте противника в грузовом. Все чисто, идем на помощь. Поняла, готовьтесь выводить гражданских. Так точно, Мурон готовится к вылету. Четверо уцелели. Прекрасно, капитан. Добавить прошу. Вместе с инженерами уходите на возмездие. Принято, принято. Солт, идем за оружием. Поняла, за тобой. Итан, мы в арсенал за оружием. Готовь мой шакал для эвакуации. Есть, сэр. Шакал будет ждать. Рейс, заберем то, зачем пришли, и валим отсюда нафиг. Окей, let's go. Na ką, nepavyko vieną kartą, pavyks kitą kartą. Mano valandinė serija turėjo atsipirkti. Принято. Хорошая работа. Ресурс вот этот вот. Mane irgi nuėmė. Negaliu net pasukti.
Да вот. Рету. Нашел. Окей. Все сюда. Внимание. Медбригаду грузовой отсек 3. Ярос. Это ПБЛ. Портативный боевой лазер. Серьезная штука. Они приближаются. Надо уходить. Подтверждаю. 1-1. Шагал и ждут. Фак. Уходи! Подтверждаю, 1-1, шагалы ждут. Шеф, контакт! Точка выхода близка!
Так. Подтверждаю, 1-1, шагалы ждут. Чё вы сбался с мана? Žinot, kodėl aš taip pasakiau. Arba ne. Viskas. Ačiū, kad žiūrėjote, kas man varėte to. Tokį pavyzdžių, aš laikėt ir žiūrėjus. Iki. Главное, держись крепче. Возвращайся домой. Это была месть за Европу, сэр. Нет, Паш. Сегодня ночью силы ЮНСА одержали победу над фронтом обороны колоний. Отряды СКАР вернули секретное оружие САТА, похищенное за несколько часов до сегодняшнего нападения на Женеву. Официальные лица САТА отказались отвечать, какое именно оружие было возвращено. И ничего не сообщили о судьбе инженеров ЮНСА, захваченных в заложники на объекте, где оно хранилось. Подробности в следующих выпусках новостей. С вами был Джером Дэвис, IW News. Они поняли, что нельзя хапать все, что вздумается, пока на страже скал. Наши парни их начали. Да, начинают ржаветь.
аж гимнал. Летом бой.